Депутаты Мажилиса парламента встретились с жителями Актюбинской области, пострадавшими от паводка. Они посетили Темирский, Мугалжарский, Кабдинский районы и ознакомились с ситуацией. Выслушав обращение жителей, депутаты заверили население, что доведут их просьбы до правительства. Они также отметили, что пострадавшим от половодья будет оказана материальная помощь. Сейчас специально созданная комиссия устанавливает размер ущерба, нанесенного стихией. Напомню, только в райцентре Кабдинского района в селе Кубда подтопило 237 домов.